Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. То есть я, во-первых, процессы эти многие не понимаю. Это, конечно, печально. Это печально. Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Ну, мы все умрем. Хочется умереть достойно. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Супер гуд. Сомнительно, но окей. It's okay. Он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди нахуй.